У водителя патрульно-постовой службы к машинам интерес с детства. Наверное, поэтому после армии он отправился прямиком в милицию. Уже несколько лет за рулем патрульного УАЗа. До этого полтора года ходил пешком, как ребята наши ходят по улице. Еще до армии Николай закончил художественное училище. На его зоркий глаз милиционера обычные модели автопрома смотрятся серыми. Поэтому вместе с кистью художника освоил искусство аэрографии. Никто не учил. Дар, наверное, считают родные. Это была идея моя. Они оба сына заканчивали художественную школу. У нас папа художник. Ну и с детства склонность была к рисованию. Первый капот разрисовал на разбитой машине. Друзья удивились отличному рисунку и попросили разноцветить их авто. Темы специально не выбирал, экспериментировал. Сложнее оказалось с техникой аэрографии, но разобрался. Технология достаточно сложная, как бы. Все сразу не расскажешь. Ну, то есть сначала снимается глянец у машины на лаке, потом наносится рисунок, потом все опять покрывается лаком. В два слоя, в три слоя. Для него это только хобби. Развлечения ради он оставил свои автографы в виде зверей и пейзажей на дверях и капотах нескольких машин. Самая любимая картина – «Волк в языках пламени». Все свободное время, а его из-за работы мало, он проводит в гараже. Хотя своей машины кисти мастера так и не коснулись. Наталья Тюрина, Ирина Белова, Вести, Мордовия.